Региональный этап международного конкурса чтецов «Живая классика» состоялся в Бердске. Конкурс проходит четвертый год, начинался с 9 муниципалитетов Новосибирской области. В этом году география конкурса стала шире – 30 муниципалитетов и Новосибирск, всего 112 участников. По словам членов жюри, уровень выступления участников высокий, выбрать победителя будет совсем непросто. Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок. Альбина Киселева – волонтер. Одно время посещала театральный кружок, что сегодня помогло ей. Ведь жюри оценивает, как чтецы передают чувства в стихах. На конкурс Альбина подготовила отрывок романа «Белая гвардия» Михаила Булгакова. Выбор не случайный, говорит, поразила проникновенность произведения. Этот отрывок о силе молитвы, о вере, насколько вера сильна, что даже она может вернуть человека к жизни. Я привыкла к сцене, поэтому мне было не так страшно. Страшно было забыть слова. Это страшнее намного. Воздействовать на зрителей эстетикой выступления – серьезный уровень мастерства. Некоторых участников слушали, не отрываясь. Но для победы этого мало. Есть четкие критерии – грамотность речи, дикция, умение быть заразительным. Бывают выступления такие уже, знаете, можно сказать, профессиональные. Ну, сразу видно таких детей, если они занимаются где-то, скажем, в литературных кружках или в каких-то театральных студиях, в студиях художественного слова. Вот таких детей видно, они отличаются. Но, знаете, бывают дети, которые не занимаются нигде, но настолько искренние и такие очень такие наивные, такие по-детски очень чистые и очень привлекательные, даже больше иногда, чем такое очень хорошо подготовленное выступление. Сам конкурс проходит в несколько этапов. Здесь собрались победители школьного и муниципального. Конкурсанты читают произведения от 18 до 20 века, которые не входят в школьную программу. Не более 5 минут. За это время нужно серьезно постараться и вжиться в роль персонажа. Я выбрал произведение Евгения Носова «Переправа». Мне оно показалось более легким. Ну, как там есть свой лад, где-то свои сложные слова, где-то все сленг такой, как раньше писали. Ну и мне понравилось. Я всегда любил такие вот словосочетания, выражения. Да и сама тема военная. У всех разные интересы. Кто-то выбирает классические произведения, кто-то выбирает современные произведения. Но, тем не менее, современные в рамках классики. У нас заготовлено очень много сюрпризов для детей на самом деле. То есть это путевки и в Кошевой, и путевки в Орленок. Но я так открываю вам тайные секреты. Вот, то есть победители будет... Не один победитель, будет много победителей. Потому что на самом деле в таком конкурсе не может быть одного победителя. Кто покажет лучший результат, а их будет трое, примут участие во всероссийском финале, а после суперфинал на Красной площади.